Вот это сапфир. На противоположной стороне вот этой оживленной улочки, рядом с нашим отелем, справа от меня совсем рядом море находится, лотос. А в магазине «Сапфир» можно купить не только кофе, чай, но также разнообразные мази, биодобавки, витамины и все то, что полезно для кожи, кремы, зубные пасты, все по уходу за телом. Вот этот магазинчик «Сапфир», здесь отличные товары, биодобавки, мази различные. Также предлагается кофе. Привозят зубные пасты отсюда, из Вьетнама. Здесь же покупают пластыри вьетнамские, китайские, корейская продукция. Ну, сейчас зайдем сюда, в Сапфир. Выбор кофе огромный. И робуста, и арабика, и мокко, и кофе лювак. И в разных вариантах. И смеси. Вот. Но есть также и кофе кули, арабика и робуста, арабика. Ну, конечно, арабика лучше. Но некоторые любят робусту. Робуста всегда дешевле. Thank you.